Одна из наших главных задач – наладить стабильное электроснабжение. И самый оптимальный вариант – это линия в Пасвее. Туда отправился бывший армейский инженер Пол Ротс вместе с небольшим отрядом. Они еще не вернулись и на связь не выходят. Нам нужны и это электричество, и этот Ротс. Причем именно в таком порядке. Вашу мать! Того, кто меня сюда отправил, я хочу искренне послать нахер. Тут город трупов, и чистильщики на них слетаются, как мухи. Если меня не поджарят, я, наверное, смогу восстановить электроснабжение. Но все это очень вряд ли. Рад видеть, что ты еще встал. Внимание, диспетчер патруля МОТГ. Нужна группа на Пенсильванский вокзал, чтобы забрать гуманитарный груз. Это Воробей 3. Прием. Мы скоро будем у вас. Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник. Спасибо. Ты вовремя. Ну, сделайте свою тактику боя. Боже! Так рад, что ты на нашей стороне. Как тебе это удалось? Нюхни газку! Приближается противник. Ну что, правильная тактика боя. Ты что, целиться не умеешь? Это Воробей 3. Мы на месте. Можно работать. Мы получили груз, агент. Я прослежу, чтобы он был доставлен в опорный пункт. Кто не рискует, тот не пьет.
ЦР устроила здесь братскую могилу, поэтому сюда пришли чистильщики. Старайся избегать с ними контакта, но любой ценой восстанови подачу электроэнергии и вытащи оттуда Ротса. Двигательное реле обнаружено на уровне 3. Внимание! К вам приближается противник. Насколько я знаю, от Ротса можно ожидать чего угодно. Он отличный спец, но немного эксцентричен. Грубо говоря, он долбанутый параноик. По нашим данным, там полно чистильщиков. Они намерены выжечь вирус вместе со всеми, кто попытается им помешать. Действуй осторожно. Что, зараженная? Здесь хотели проложить новую ветку метро, но проект так и не был завершен. А потом начался долларовый грипп. С другой стороны, сроки строительства в Нью-Йорке — это отдельная тема. Активируем реле. Включил свет. Ты либо из ОТГ, либо реально заблудился. В любом случае, спасибо. Это Фейлау. Выхожу на связь. К тебе идет подмога, Ротс. Кто там внизу? Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Вы покидаете зараженную зону. По инструкции действовать способны? Мне потребуется ваша помощь.
Мы готовы оказать тебе любую помощь. Отлично. Нужно будет перегрузить несколько реле. Ты правда сработала? Теперь утечек в нижний Манхэттен быть не должно. Еще парочка таких трюков, и все будет в норме. Значит, это ты стреляешь? Я так и думал. Кстати, тебя мог услышать не только я. По всем данным, эта зона заражена. Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник.
Вот так. Надеюсь, ты видишь в темноте, потому что тебе придется топать до центра управления. Чем скорее отсюда выберемся, тем лучше. Эй, секундочку. Проверка, проверка. Ай, как же это сука орёт. Так, теперь у нас центр управления. Просто хочу предупредить, сейчас тут станет очень темно. Мне придется перезагрузить систему, так что все отрубится. Правда, ненадолго. Долбать колотить! Какие тут роскошные генераторы! Кажется, Сэнди вправила мозги снабженцам. Эти штуки ядерной бомбой не убьешь. Правда, модернизировать их тоже задолбаешься, но может нам повезет. Ты смотри, работает. Вот дерьмо. Чистильщики. Я-то думал, ты их уже того. Опять эти вонючие козлы. Противник. Больше никого нет. Значит, чистильщики, я в жопе. Агент, электроснабжение стабилизировалось. Благодаря тебе мы снова можем работать. Ротс уже возвращается, сопровождать его не надо.
Увидимся на базе. Внимание! Вы находитесь из безопасной зоны. Жаль, я не могу с тобой пойти. Слушай, я не сентиментален, но я тебе обязан, так что спасибо. Только я-то знаю, тебе от меня не спасибо нужно, а кое-что другое. Например, чтобы я навел тот порядок. Госстандарт, как я посмотрю. Так я и думал, что планка качества по-прежнему ниже плинтуса. Нужно качество тебе в частный сектор. Вот что я понял в Басре. Да, на одном честном слове город долго не протянет. Нужен свет, вода и все остальное. Это до тебя уже поняли. Говорят, когда пошел расколбас, много ваших пропало. У меня есть теория на этот счет. Но это ладно. Ты, когда будешь шастать по городу, поспрашивай, что с ними стало. Может, их вирус убил. Может, бандиты. Может, сам город раскрыл свою гнилую пасть и сожрал их. А что запросто? Такое уже было. У меня так жена погибла. Это чудо, что я еще жив. Говорят, пессимист. Это разочарованный романтик. Да. Что за мудак это придумал? Короче, попробуй что-нибудь разузнать. Я тебе подскажу, где что включить. Только смотри, чтобы этот город и тебя не сожрал. Короче, сайнара. Это замечательно. Ты просто молодец. Отсюда можно следить за инфраструктурой. Тепло, свет, вода. Отлично, агент. Я спросил у Пола Родоса про Таймс-сквер. Я сейчас занят, а он меня швырнул чем-то тяжелым. Не теряй бдительности. Упускайте свой шанс. У тебя здорово получается, если мы выживем. Пойдешь ко мне, лаборантом? Отлично. Аптека. Теперь лекарства будут выдаваться строго по рецептам. Вещица буквально создана для вас. Спина жутко болит. Мне нужно что-нибудь обезболивающее.
Говорят, в центре открылся мини-маркет. Невероятно. Вы там осторожнее, а? Полюбуйтесь на этих красоток. Новости есть? Со мной что-то не так. Мне нужно к доктору. Спина жутко болит. Мне нужно что-нибудь обезболивающее. Со мной что-то не так. Мне нужно доктор. Лучше предложение вам никто не сделает. Ну вот, теперь у вас есть все, что надо. Побольше бы таких, как ты.